Всем хай! С вами Юджин. И, ребят, знаете, недавно во мне проснулся материнский инстинкт. И я захотел стать рысью. Не просто рысью, а заботливой рысью-матерью, которая будет заботиться о двух маленьких котятах. Зверски убивать ради них других животных, чтобы прокормить. Я хочу почувствовать ответственность за кого-нибудь еще, помимо себя. Потому что мы всегда выживаем и думаем только о себе. Пришло время думать о других. Я даже не заходил в эту игру, не знаю, что там вообще ожидает меня. Я знаю, что рысь будет бегать. Будет красивая графика. Мать рысь беременна, она ищет себе логово. Но ночью холодно, а ее уже учуяли грозные хищники. У рыси есть враги? Кто хочет причинить вред рыси? Браконьеры. Это месяц. Здесь очень клевая графика. Она такая прям, знаете, мультяшная. По сути, что-то среднее между... Ой, боже мой, испугался. The Long Dark и Firewatch. Вот мы где. Смотрите, мы светимся. О, боже мой. Как не холодно. Какой смешной набалдажничек у нее на хвосте. Что за бузяка? Видимо, опасность вокруг. Мне надо бежать отсюда. Побежали, рысь. Стоп, ты крадешься, ты неправильно бежишь. Как бежать-то? Не могу бежать. Я слишком беременна для этого. Shift плюс Space. О, все, оно за мной. Нет, они хотят сожрать меня. Там белый волк, вожак. Фак, черт, смотри вперед, когда бежишь. О боже мой, сразу атака, сразу экшен. Хорошо, мне надо просто спринтить адово. Вот как ты лишилась хвоста. Они откусили его тебе. Всех рысей такая проблема. Изначально у них должны быть длинные, прекрасные хвосты. Хорошо, это не трошка, я так понимаю. Заодно кролик сожрем. Просто вынесли. Мои детки. О боже мой. Ну ничего, хвост отрастет, как у ящерицы. Кажется, мы сдохли, да? Хорошо, чекпоинт. Господи Иисусе, как я сюда забрела? Главное просто в этот раз не врезаться в деревья, как я в первый раз, как дебил. Волки же тупые. Как они умудрились меня одолеть? Кролик, веди меня в безопасное место, пожалуйста. Опа, успел. Спейс, чтобы прыгать. Оп. Я просто ускорился. Все, что вы можете делать, это гавкать дальше. Я спасся и теперь готов рожать. Это от стресса я внезапно начал хотеть рожать. В ту ночь звезды шепотом говорили с матерью рысью. Рысь, не бойся смерти. В следующей жизни ты родишься Евгением, который станет великим летсплейщиком. Великим летсплейщиком? Что за мерзкая перспектива? Да, не советую подыхать, а то станешь летсплейщиком. Полный отстой. Будешь сидеть за компом 24 часа в сутки. Как ты стоящий задрот. Поэтому выживай как следует. Всякие созвездия. Очень странно, здесь мышка устроена. Я не могу смотреть вверх по-настоящему. Знаете, как настоящее животное, которое, в принципе, никогда не смотрит в небо. Ей пофигу. Животное смотрит вперед, вправо, влево. Куда мы в итоге придем? Это последняя звезда. Мы нашли свое убежище. И мы должны будем его охранять. Пойдем там прям родим сейчас. Таким образом поставим чекпоинт. Убежище 2. Я решил, почему бы не начать со второй части, ведь все логично. Вау. Простите, это в животе буркнуло. Ой, я очень голодна. Я думал, будет двое, их четверо. Как это бывает в природе дикой, не все, далеко не все из потомства выживают. Сначала у них будет внутренняя конкуренция, они будут друг друга дубасить за материнскую грудь. О, мы можем их назвать как-то. Кир, Вова, Сольда и Вави. На, хорошо, это прикольное имя, мне нравится. Давайте выдумаем тоже какие-нибудь нестандартные имена. Ламо, Нуб, Днина. А этот Найс. Вот так вот мы взяли и любимчик себе сделали. Она отважилась выйти в большой открытый. Открытый мир, в край полной добычи, который можно накормить голодающую семью. Еще недостаточно силы. Не дали дочитать. Мы должны обдумать план действий. Нам нужно кормить своих маленьких котят. Не бойтесь, котят, я скоро вернусь. Главное, видеть всех хорошо. Не мяучьте, потому что волки придут. Знаете, что они со мной сделали? Видите этот хвост? Думаете, я набалдажник этот ношу для красоты? Нет, мне его откусили. Ладно, я пошел. Кролик! Стоп, подкрадываемся. Стоп, Нет, тихо, не издавайте их звуков. О, fuck you! Лови его, лови, лови! Да, боже мой, как мне напасть? Есть! Снес его просто! О-о-о-о! Эх, первая добыча, как мне тебя взять? А, это чутье! Хорошо, домой. Скорей, 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 скорей! Кстати, у меня вот есть шкала выносливости. То есть мне надо и себя кормить, и их кормить. Да, это я принесла вам пожрать. Нате, жрите, неблагодарные твари. Спиногрызы, ненавижу вас. Вот теперь, внезапно. Что, вкусное вам, да? Оп, взрыв! Кто-то заложил взрывчатку. Я же сказала, видите себя хорошо. Так, север, юг, восток, запад. Понятно. Вон кролик, видно невооруженным взглядом. Кто-то сейчас подохнет. Глупец. Ну-ка, стой! Он виляет.
Есть! Замочил. Давайте сами схаваем. Вот, хорошо. Вот так мы установили себе силушки. О, какая красивая шерстка, хорошенькая. Так, а теперь отвернитесь, пожалуйста. Я хочу полизать себе яички. Что вы от меня хотите? Я кот. Такой же почти что кот, только немного злее. Тик-тик-тик, кто тут здесь ходит? Кроля! Ух ты, мы прям схватили его. Вот это да! Как я понял из описания режима выживания... Это типа хардкорный сам режим. Животные мигрируют на север и на юг. Туда-обратно ходят. Значит, нам нужно будет за ними следовать. То есть однажды нам придется покинуть наше убежище. И найти другое. Вы живы еще? Я что-то подзабыл про вас, простите. От вам. Хм, так. Теперь надо еще кого-нибудь убить. Какой насыщенный день у рыси, однако. И какая разнообразная жизнь. Ходишь, убиваешь животных, приносишь их своим детям. Мне нравится. Я рад, что родился рысью, а не человеком. А, вот... Крыска! Умри! Смотри, смешно, крыса упала. Точнее, встала. Вон еще одна. Так, ну крыс легко поймать. Так, чисто немного похавать. А стоит ли за ними гоняться? Мне кажется, кроликов выгоднее убивать. Ух ты, какой толстенький. Надо подкрасться поближе. Ready, steady, go! Вот так. Что ж, благо еды здесь изобилие настоящее. Дальше будет сложнее, когда нам придется перемещаться. Причем эти земли довольно-таки огромные. В горы, так понимаю, тоже можно пройти. Детишки, кушать подано. Не волнуйтесь, я совсем не харкал в этого кролика. Что это было? Они окрепли. Теперь они могут выходить из норки нашей. Детишки, пойдемте, я научу вас охотиться на кроликов. Это важный урок. Стой! Ты, я забыл, как тебя зовут. И отставай, беленький. Тот, кто отстанет, умрет, помните? Вот, видите, это крыса. Она бежит к кролику. Это хорошо, значит, мы сразу двоих грохнем. Мы присели, подкрадываемся, хищно смотрим на добычу. И резко так, резко... А, фак! Спугнули! Это из-за вас, дети, это не моя ошибка, честно вам говорю. Вот так. Видали? Вообще-то, я хотела бы сама пожрать. Уйдите, моя еда. Смотрите, как надо есть мясо. О, я могу хватать их. Прости, попутал вот слегка. О, ты мой хорошенький, ты мой любимчик. Нам нужно кролика. Фу, ну боже мой, что же такое? Где вся еда? Не бойтесь, дети, все под контролем, не орите. Куда я метнулся? Фак, ладно. Да, гоним! Вот вам еда, еда. Давайте пойдем туда, к реке. Всегда животные идут на водопой. Значит, мы там кучу зверушек добудем. Сто! Кролики. Целое семейство, как мы прям, да? Такая милая картина. Гоним, он умрет! Отлично. Уйдите, дети, я жру. Конечно, мать ваша сдохла. Вы этого хотите? Что это значит? Си? Олень? Что это? Мы можем какие-то символы найти, что они дают нам, я понятия не имею. Однако у нас уже есть 3 кролика. Надо поймать оленя, там получим ачивку, да? Интересно, а вот этот мир, он так выглядит, это из глаз рыси? Хорошо, мне кажется, когда детишки воют и пищат, значит, что они хотят есть. И чем чаще они будут выть, тем сильнее они хотят есть. Нытики! Еда. Так, все, детишки, смотрим внимательно из-за кустов и из-за березки выходим. Что ты хочешь мне сказать, орел? Что это значит? Ты меня пугаешь. Ой, мама! Нет! 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 Нет, 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 я не хочу! Нет, сволочь! Как? Ты это даже не подумал! Нет! Где я допустил осечку? Как-то жалко. Не могу. Неприятно даже. Чё так? Слушайте, очень жестоко. Очень жестко. Это очень грустно. Знаете, у меня было такое веселое настроение, а потом мне взяли и обосрали его. Нельзя унывать. У меня еще 3 ребенка осталось. Беленького утащили. Беленького утащили, ребят. Жизнь, жесть, как рысью тяжело быть. Вот так вот. Стоп, а это кто? Это лис! В атаку! Она хочет съесть моих детенышей. Gonna die! Он быстрый какой, я сейчас умру. А, я понял, как сделать, сейчас врасплох застану его. Так. Давай, давай, давай! Так, так! Разгон, 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 убить его, убить его, убить его! Стоп, все, задница. Кролики, очень нужна ваша помощь и поддержка. Где мои дети? Гребаные дети, стойте. Сюда, ко мне, быстро. Гоу, 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 гоу. Черт! Да что ж такое? Нет! Нет! Есть! Нет! Я вынужден поесть! Простите! Как жалко беленького не могу! Так, надо убить!
Кушайте, кушайте, кушайте. Что это внезапно? Вау! А это что за чудо? Куропатка. Мы с ней разберемся чуть позже. Давай, 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 давай! Черт меня дери! Черт! Пак! О, какого ты там... Я его в кустах поймал. Хорошо, я сам ем. Сердцебиение. Кто посмеет тронуть моих детей? Я просто разорву. Там суслик мой. Им понравилось. Они просто мне в рот прибежал. Это кладка яиц? Гнездо. Не хочу, что-то мне жалко. Где мои... Вы гребаные щенки, какого фига вы здесь стоите? Нет, 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 мы не хотим... Черт. Ну, видимо, это неизбежно. Просто не хотелось жрать чужих детей, после того, как своего потерял. Страшно быть рысью, не могу. Вау, там что-то вдалеке. Что-то плавает. Окей, можно пить водичку. О! Нет, нет, нет. Только не говорите, что я просто тупо взял и утонул. Я же просто хотел развернуться. По крайней мере, у меня был чекпоинт, окей. Круто сделали текстурки, цвет, освещение. Я прям чувствую, что мокрый повсюду, так неприятно. Сыро, холодно. Стало светло. Кстати, ночи толком и не было. Хорошо, детишки, давайте перейдем на другую сторону. Не упадите, прошу вас очень. Да что ж такое, ну куда вы? Так, звать? Дети? Дети? Это что значит, вы устали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, они не могут уже идти, они устали. Так, я сейчас пойду что-нибудь поймаю срочно. А, нет, ничего. Что это? Чекпоинт? Почему? Что это за полосы? Почему они появились? Остался только один... А, это загрузка, видимо. Погодите, если сейчас прогрузка новой местности, а детеныши остались там, я буду сейчас без них? А, нет, вот они лежат. Черт, они сейчас умрут. Окей, еда. Срочно, срочно, срочно. Не убить этого кролика! Нет, нет, нет. Есть. Детишки, I'm coming. Стойте, стойте, не умирайте, я вас очень прошу. Давайте, жрите. Где еще один? Вот он. Хавай. О, спас. А, это что было? Это что, я на минное поле пришел? Раз, два... Три, четыре. Давайте хоть кого-нибудь ту же поймать надо. Давай, давай, давай. Есть. Жрите. Теперь я. Ну, дайте мне, дайте, дайте, дай, дай. Сожрали. Зима. Смотрите, какая интересная груда камней. Возможно, там можно сделать убежище. Мне кажется, что от холода быстрее уменьшается выносливость. Я думаю, тут все на выносливости завязано. Как в Undertale на решительности. Этого кролика грех не убить. Так классно в западню попал. Смотрите, подсказка. Детишки могут забираться куда-то там. Как-то... Как-то сквозь... Я думал, это камни. Вот сволочь. И вот тут мы ляжем спать. И на этом мы закончим, ребят. Огромное спасибо, что смотрели. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было немного забавно вначале, но потом оно стало немного грустным, когда мы потеряли одного детеныша. Это было действительно очень неприятно, грустно, жалко. И очень хочется, чтобы все выжили. Но, видите, суровая реальность, суровая жизнь. Дикая рысь, она такая. В общем, да. Если вам понравилось, и вы хотите, чтобы я поиграл в эту игру еще больше, то мы постараемся дойти до изобилия диких тварей, которые можно сожрать, и спасти оставшихся троих детенышей. В общем, огромное спасибо, что смотрели. Лайкайте, комментируйте, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. С вами был Юджин, и давайте напоследок дадим друг другу пушистую рысью петюлю. Вы готовы? Раз, два, три и пять!